студенти – люди, які усю ніч гуляють, а зранку йдуть на екзамени. Тож, яким саме було студентське життя у миколаївців, дізнаємось зараз. Для меня, например, это каждый день, когда ты приходишь в универ, это веселая студенческая жизнь, потому что когда ты взрослеешь, вырастаешь, начинаешь работать, это уже как-то становится, ну, просто повседневной жизнью. Да, как бы бытовая жизнь. А студенческая, ну, очень-очень веселая, ну, на мое мнение. Праздник. Когда мы поступали, мы были абитуриентами, и к нам приезжали выступать Пугачёва и Леонтьев. И как мы были студентами, у нас не было денег, да, поэтому мы старались попасть туда бесплатно. И мы лезли через забор, забор тогда еще был маленький. И мы тогда были еще в краске все. Ну, я помню, мы перед экзаменом залезли, посмотрели. Выступали тогда, Пугачева выступала и группа Халигали. Было одно сплошное веселье, поэтому сложно сказать. Такое веселье с некоторыми перерывами на поучиться перед сессией. В общем, весело было. Всякое бывало. И танцы в клубе тоже. Что сказать? Всеобщее всестороннее развитие. Человеческая личность – это самое яркое воспоминание моего студенчества. То есть, если честно, вот самое яркое. Не буду вспоминать никакие ни гулянки, никакие ни праздники, ничего на самом деле, потому что то, что случилось в институте, оно должно остаться в институте. Ну, скажем так, как наследство учения, незабвенным инкой, это было, правда, уже очень давно, всестороннее развитие человеческой личности. Было очень много ярких моментов, участвовали во всех студенческих мероприятиях, был у нас коллектив, музыкальный коллектив, в котором мы все мероприятия, скажем так, озвучивали, пели, играли. Очень все было насыщено, и на сегодняшний день с этими ребятами до сих пор встречаемся, дружим.